Всім добрий вечір. Тобто мене звуть отак. Це не я діло. Я представляю компанію Ideal Solutions. В принципі, довго думав, що написати на тому слайді, потім вирішив нічого не писати, проще в 2 хвилини вложитися і відповісти на ваші питання. Компанія наша займається разработкой решений, которые позволяют осуществлять всевозможные операции, связанные с финансовой деятельностью, аудитом, легальной деятельностью, крупным корпорациям. То есть один из основных продуктов, скажем, наш флагман, это так называемый VDA, виртуальные комнаты данных, но есть и другие. То есть у нас несколько проектов компании. Компания, скажем так, начала уже коммерчески успешно работать где-то с 2008 года. В Киеве у нас R&D офис. В принципе, у нас есть офисы и по миру. Можно сказать, что на сегодняшний день компания представлена глобально, то есть мы продаем наши услуги везде. Основной, конечно, наш рынок, так сложилось исторически, это СНГ. Вот. Но, тем не менее, сейчас достаточно серьезно развиваемся и в других направлениях. По технологиям мы ищем в первую очередь тутнет-разработчиков. То есть, в принципе, спектр технологий достаточно широкий, вот, но это как бы основное. У нас основной акцент делается также на безопасность, поскольку мы позволяем нашим клиентам работать с очень конфиденциальной и важной для них информацией, и они фактически должны быть уверены в том, что их документы будут в надежности, в сохранности, с ними ничего не случится. То есть, в принципе, это безопасность данных, вот, и обмен данных. Скажем так, когда к нам приходят ребята на собеседование, часто задают вопрос. То есть это вы как Dropbox, вы как Google Drive, вы как Box.com и так далее. SQL. Да, то есть разные варианты. Каждый раз мы делаем акцент на том, что мы специализируемся на, скажем, трех основных вещах. То есть это безопасность клиентских данных, это клиент-сервис и это... собственно, технологически стабильные решения, которые позволяют нашим клиентам быть уверены в том, что они могут стабильно и успешно с нами работать. В двух словах, по нашим клиентам, то есть это крупные, достаточно крупные корпорации. Если говорить по тому, что нам ближе, СНГ, то есть это такие компании, как Газпром, Лукойл и так далее. То есть, в принципе, наши клиенты просто крупные компании. Вот, поэтому мы пришли сюда на встречу вдвоем. То есть мой коллега технический директор и, в принципе, руководитель основного проекта. Я думаю, что можно будет обсудить детали и с ним после этого разговора. Теперь вопрос. Вопрос. После разговора есть вопрос. Скажем так, опять же, отвечая на ваши вопросы, мы стараемся создавать максимально комфортные условия для наших сотрудников, но мы также считаем, что у нас должны работать лучше. Вот. А печеньки, сок, конфетки, бутербродики, то есть это все не вопрос. Обеды? Ну что вам надо? Теннисный стол, футбол, то есть все это есть. Джакузи? Просто джакузи. Спасибо. Спасибо всем.